12 тысяч лет назад. Совместное производство Primeval Films и AV Pictures. Зу Таквилл Смит, Крю Бойлон, Линдсей Феррис, Ребекка Фурт, Дамьен Фрилигус, и Will Travel в фильме «Приманка». Оператор Джон Биггинс. Автор сценария и режиссер Джош Рид. Наше время. Где мы? Тебе дать точные координаты? А ты ориентироваться умеешь? Ткни в Австралию. Давай туда. Знать бы еще, где это. Да и знает, как ехать. Еще бы, он парень не промах. Что это значит? У Крис есть дружочек. Черт. Ух ты. Что это? Не трогай. Почему нет? Не трогай, Уоррен. Уоррен, не трогай, говорю. Убери ручонки, дай сюда. Это не твое, Уоррен, не открывай. Будь это мое, не стал бы открывать. Черт с тобой, открывай, мне плевать. Да не хочу я ничего открывать. Пора бы уже повзрослеть. Закрой рот, Чет. Побольше информации. Это твои фамильные вещицы. Только вот деталей маловато. Деталей полно, и все налицо. Он был полный шизик. Да ну, серьезно? Он был твоим дядей. Ты говорил, он был вменяемым. Он был моим прапрапрадядей. Это было 120 лет назад, и я не говорила, что он был вменяемым. Я лишь сказала, что он слыл знатоком этих мест, и ему вряд ли померещились эти наскальные рисунки. А что такого в этих рисунках? Что ты имеешь против них? Этих рисунков не видели 120 лет, вот в чем дело. О таких рисунках докторской не напишешь. Извини, детка. Мне скучно. Можно поиграть во что-нибудь?
Отлично. Хорошо сижу, далеко гляжу. Насчет игры это хорошая идея, например? В 20 вопросов. Можно поиграть в бродягу? А как в это играют? Выбираем кого-нибудь с бродягой, мочим его и укладываем в канаву. Уоррен. Извини, Аня. Ничего, все нормально. Извини? Извини? Ей, значит, извини? А где твои извинения мне, вагинал? Ты бы разок извинился. Давай, Уоррен. Извини, Аня, я забыла, что ты не любишь такие словечки. Ты что, серьезно? А чего тут не любить? Дело не в словечках, Мел. Да ладно, ты даже глаза закатила. Дело в контексте. Ну и какой контекст тебе подошел бы? Угомонись. Смелее, я хочу услышать ответ. Скажу, когда придумаю. А как тебе такое, нагнись к моей вагине? А что? Я это Чеду все время говорю. Не говоришь. Мне можешь говорить, когда хочешь. Может, и скажу. В аварийном режиме. Я шучу, малыш Чед. Я люблю моего маленького Чеда. Не знаю. Нам бы побольше зацепок. Оно? Надежды, маленькая горка. Станция «Вылезайка». Слава богу. Да уж. Кошелкам не место посередине. Ребята, будьте поаккуратнее на скалах. Чет, что ты так вспотел? Мне нужно в туалет. Как думаешь, я смогу пристроиться вон там? А вот и я, спасибо, ребята. Не наступите на змею. And I was a sculptor. I was a sculptor. I'd sculpt him with my penis. Singing, hey, Bapalooba. Mel? 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 Эй, сюда! Паутина. Приехали. Ребята, головы берегите. Смелее, Аня. Мы быстренько слазаем, а потом вернемся за багажом. Скалы. Черт. Не ударьтесь головами. Да, Дейс, ты в школе был круглым отличником. Где Аня? Аня! Аня! Крис! Ты в порядке? Да, мне нужна всего минута. Ты только не раскисай. Ты можешь поговорить со мной? О чем? О чем-нибудь хорошем. О беременности? О беременности. Беременность – мое любимое слово. Как услышу его, меня радость охватывает. Серьезно? Это моя мечта – иметь детей. Тебе 23. Я знаю. Это глупо. Смотри. Красиво. Какой чувствительный мальчик. Прям ботаник. Надо быть ботаником, чтобы видеть в этом красоту. Или гейм. Не угоди в лужу. Уоррен, мать твою. Ну, я тебе дам. Правда, что ли? Жду не дождусь. Еще как дождешься. Продолжаем движение. Дейс! Дейс! Аня. 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 Что? Аня, ты потеряла сознание. Да, дай-ка я тебя осмотрю. Не надо, я в порядке. Дай мне осмотреть тебя, ты могла пораниться. Она головой не ударялась, она просто потеряла сознание. С этим тоннелем что-то не так, нам не стоит туда идти. Аня, не смеши, это абсолютно безопасно.
Проход через тоннель займет 5 минут, а по окружной будем ехать не один час. Она ударилась в панику. Почему ты не сказала? Это было не так, как в последний раз. Вот что мы сделаем. Мы вернемся к машине, возьмем все необходимое, пройдем через тоннель и разобьем лагерь. А ты объедешь кругом и встретишь нас на другой стороне, хорошо? Да. Спасибо. Тебе нужно преодолеть это дерьмо. Что? Это всего лишь дурацкий тоннель. Сколько еще? Есть. Да будет свет. Ой, как... Бог ты мой. Смотрите. Это что? Ты вот это зацени. Вообще-то красиво. О, боже. Видели и получше. Все нормально? Все путем, следопыт. Он тут бегал и верещал, размахивая руками, как девочка. Не выдумывай. Мне нужна моя розовая сумка. Что делать с этим? Брось назад. Это мое. А это... Держи. Тоже мое. В какую сторону? Держи. Репеллент от психоза. Наконец-то. Пуки, я положу тебя вот сюда. Приветик. Постой, Пуки, тебе не нужно это видеть. Наслаждение юностью и любовью. Юностью и траханием. А где Дэйс и Крис? Толкуют о юности и трахании. Нет. Пусть побудут вдвоем, они у наскальной картины. Она хороша? Как сказать, краска, камень, экспрессия? Вполне. Ты оцени другое. Водоем. Я бы не стал из него пить. Если хочется водички, там чуть подальше есть ручей. Отличное место для купания. Для купания? Это предложение не имеет смысла. Слова наобум слеплены вместе. Черт побери, Мел, уже насвинячила. Что за дрянь? Проклятое насекомое. Держи. Пошли, я покажу тебе наскальные рисунки. Эту живопись никто не видел 120 лет. Так, Дейс, и что все это значит? Это значит, что меня опубликуют, я получу докторскую и работу на ТВ. А что вот это? Это ужас. Какая-то головоногая кикимора. Такая расцветка обычно сигнализирует об опасности, о смертельной угрозе. Ты что? Не трогай это! Какого черта?
Извини. Не хотите перекусить? С удовольствием. Вот только выну свои глаза и вставлю себе в анус. Анус потом, сперва обед. Ну, что скажешь? По-моему, это прелестно. Нет. По-твоему, о чем здесь идет речь? Я могу ошибаться, но, по-моему, об этом. Ты считаешь? Я не знаю. Может, и нет. Нет-нет, возможно, ты права. Но лично я думаю, что вон о том. Типичный подход. Что? Почему? Нет логики. Нет, я думаю, в этом вся суть. Я знаю, что ты думаешь. Научный работник здесь я. Ну, конечно. Что? Что-что? Ты кажешься сексапильнее, когда морочишь мне голову. Что? Меня что-то ударило. Правда? Черт. Иди сюда, тварь. Сунься еще разок. Смотрите, кто на нас напал. Что это? Кролик. Дерьмо. Посмотри на это. Ты бы проверил, нет ли у него бешенства? Здесь нет бешенства. Погоди, какой зубастый. Мерзость. С этой зверушкой что-то не то. Знаю. Я накажу ее в назидание другим тварям. Да, это будет им уроком. Кролики-мутанты теперь дважды подумают, прежде чем напасть на тебя. Это нельзя здесь оставлять. Не будь занудой. Да что с тобой? Теперь еще и разлагающиеся трупы. Ты еще не придумала для меня контекст? Ты бы хоть руки помыла, неряха. Осторожно. Ну давай, хотя бы один пример. Используй это слово в каком-нибудь предложении. Уоррен, спой нам песенку. Порой нужно рвать якоря, наплевать на город и валить туда, где ночь как ночь, а день как день, и просто сидеть на заднице. Ночи так хороши, что не нужна кровать. Будем жечь костер и женщин целовать. Полоумный кролик-монстр на палочке. И огромное небо над головой. Куда это вы? Полюбоваться на звезды. Они здесь изумительные. Дейс поворачивает кверху большой прибор. Показывает малютке Крис звездный простор. Но мы знаем, такие посиделочки могут утомить глазки девочки. Пожалуйста. Может, нам с Чедом составить вам компанию? Вообще-то, эта палатка не двухместная, так что Чеду придется подождать снаружи. Ты ведь не против, Чед? Мне без разницы. Противная Мэл обижает Чеда? Ну, идуйся на здоровье, а я пойду купаться. Что, сейчас? Да, самое подходящее время. Твой купальник в палатке. Тут жуткая глушь, мне не нужен купальник. Точно, крошка. Чет!
Смелее. Раздевайся, иди, окунись. Давай. Тут такая прелесть. Полотенце будет здесь. Ты все дуешься. А как насчет чувства собственного достоинства? Что? Ты меня слышала? Я купаюсь голышом в глухом захолустье. Как это может ущемлять мое достоинство? Чет, как это может ущемить мое достоинство? Чет. Чет, постой. Чет, погоди. Черт. Что? Сними их с меня! Сними их! Не отрывай их! Брось нам соли, это пиявки! Сними их с меня, сними! Стой спокойно! Сними их, быстрее! Они везде, быстрее! Все. Их нет? Проверь. Все. Пожалуй, купание закончено. Увидимся утром. Спокойной ночи. Похоже, в палатке мы будем вместе. Если уж так вышло. Так как же ты живешь со всем этим? Ты знаешь, потихоньку. Со временем у меня это пройдет, но сейчас такое чувство, как будто дерьма нахлебалось. Ан, можешь не корить себя за Дэвида. Мы все знали, что он урод, но не думали, что все так обернется. А я вот не знала, что он озабоченный. И он был не первый. Грэм тоже был со сдвигом. Да, ты права, не повезло тебе. Знаешь, чего я не могу себе простить? Когда дело дошло до главного, когда надо было дать отпор, я отключилась. Энн, брось. И вот сегодня в тоннеле. Наверное, я прирожденная жертва. У любого, кто недельку посидит заперти в подвале, заведутся тараканы в голове. Если это клаустрофобия, то ты держишься очень даже ничего. Мне надо немного поспать. Я до утра покараулю у костра, на случай, если к нам опять сунутся эти полоумные кролики-мутанты. Спасибо. Она уходит вдаль, и сердце у него обрывается. Ее бедра колышутся, а грудь вздымается. Но, как известно, утро вечера мудренее. Заткнись, Уоррен. Надо лишь подождать. Спокойной ночи, Уоррен. Посмотри на Мел, у нее жар. Эй, малыш, как ты? Хорошо. Пришлось вылезти из этого тряпья. Мел, ты вся горишь. Это не дело. Не понимаю, как люди носят это каждый день.
Это пиявки. Они, наверное, ядовитые. Пиявки не ядовитые. У них другая природа, они паразиты. Они выделяют антикоагулянты. Похоже на аллергическую реакцию. Так нужно вести ее в больницу? Нет, не надо ее трогать, во всяком случае, пока. Сейчас ей нужен покой. Откуда ты знаешь? Ты что, врач? Будь это что-то серьезное, у нее уже была бы анафилаксия. Анафилаксия? Я и слов таких не знаю. Дадим ей панадол и посмотрим, что будет утром. У меня есть антигистамины. Хорошая идея. Тоска. Кто, мать ваша, дал ему слово? Уберите его. Чеди, давай слиняем, ладно? Выпей это. Чед. Чеди. Чед. Чеди. Я слышу звонок. Котенок. Чеди? Ничего себе! О, Господи! Все. Я хочу перекусить. Что за начинка в этой булке? Я нашла монетку. Что с ее зубами? Позови Дейса. Позови Дейса. Позови Дейса. Что происходит? Нужно вести ее к врачу. Успокойся. Не надо меня успокаивать. Этих рисунков никто не видел более 100 лет. Это находка века. Черт, мы не уедем из-за такой ерунды. Она бредит. У нее зубы выпадают. Мы уже ухлопали уйму времени. Посмотри на нее, Дейс. Господи. Ты знаешь, как доехать до города? Полагаю, да. Хорошо, если выехать сейчас, доберешься туда часам к 10, максимум к полудню. Я останусь и поработаю с рисунками. Я с тобой. Возьми, что тебе нужно. Чед, помоги мне. Нам что-то из еды нужно? То, что не надо готовить. Хорошо. Тебе помочь довести ее? Нет, я сам. Ты лучше помоги Уоррену. Дейс, нам нужно уходить отсюда. Эти клещи едят все подряд. Открой дверь. Дейс, они скромсали все в моей палатке. Там полный разгром. Уоррен, ты нам еды оставил? Ты меня слушаешь? Да, насекомые, букашки. Что это? Что за черт? Я тебе говорила. Что будем делать? Придется идти пешком. Да. Так, давайте отнесем ее обратно в палатку. Уоррен, ты поможешь мне сделать носилки? Их можно сделать из раскладушки. Я буду снаружи, малыш.
Что мне делать? Я знаю тебя 2 года, но до сих пор не понимаю. Ты о чем? Да ни о чем. Судя по всему, моя диссертация пошла псу под хвост из-за твоей подруги. Она что, назло тебе заболела? Я предлагал ей купаться с пиявками. А я предлагал? Она твоя подруга, надо было держать ее на коротком поводке. Мы пойдем через туннель. Что? Так сэкономим 30 минут на дорогу. Я не могу, я же говорила. Придется, Энн, я помогу. Мел? Тебе не стоит здесь стоять, Мелли. Мел? Крис, встань у меня за спиной. Мел! Мел! Что за черт? Что с ней? Не знаю. Что-то типа приступа. Приступа? Ты видел ее зубы? Мерзкие зубища. Проклятые пиявки. Ни черта себе. Где аптечка? В машине. Я сбегаю. Черт. Черт! Осторожно! Что с ней? Что с ней? Я не знаю, Чет. Сильно она его? Рана серьезная. Нужно наложить швы. Нитки и иголки есть в машине. Не надо меня зашивать. Ничего, я так. Это хорошо. Я не пойду в машину. Картина — это не пустячок. Это предупреждение. Просмотри снимки. Может, там есть какая-то подсказка. Она почти не чувствовала мою дубину. Да, я заметил. Что бы с ней ни было, это по-прежнему Мел. Ну и что же мы будем делать?
Мы не можем остаться. Она придет за нами. Надо бежать. Нет. Мы должны остаться. Она боится огня. Надо этим воспользоваться. Как? Дайс? Дайс? Лично я вижу два варианта. И какие же? Либо поймать ее в ловушку, либо убить. Постой, постой, убить ее — это все равно, что расписаться в собственном бессилии. Она нуждается в помощи, а ты хочешь убить ее? Заткнись. Он прав. Что? Он не сказал, что мы ее убьем, он сказал, есть два варианта, верно? Да, верно. Ну, так мы не будем ее убивать. Хорошо. Поймаем ее в ловушку. Так, Чет, ты приманка. Стоишь здесь. Увидишь ее, отходишь к краю ловушки и стоишь там. Я буду с факелом. Нет, ты приманка, и палки у тебя не будет. Я буду на дереве с веревками. Когда она наступит ногой в силки, я спрыгну и приведу их в действие, так что она взлетит кверху. А вы, парни, с разных сторон кустарника возьмете ее. Как это сделать? Размахивайте факелами, создавайте шум. Когда она увидит, что у вас огонь, а у Чеда ничего, она направится к нему, ясно? А если нет? Держи перед ней горящий факел, и все будет в порядке. Парни, за дело! Черт знает что. Дэйс, закрой рот. Мел. Мелли? Мелли. Мел. Мел. Природа. Какой в этом смысл? Что мне за это будет? Ничего. Проклятые камни, мох и трава. Пошел нахрен, мистер Сук. Oh,
Черт. Черт, черт, черт. Черт. Беги! Да чтоб тебя! Чет! She's coming! Она идет! Помоги мне. Это было круто. Что теперь? Дайс? Дайс? Все без толку. Других планов нет. Саблезубая подружка Чеда на дереве. И это все. Вот как. Брось мне веревки. Черт побери, ты это серьезно? Брось мне эти сраные веревки. Великолепно. На свете четверть миллиарда альфа-самцов, а нам достался этот урод. Заткнись. Ты мне рот не заткнешь. У меня уже в печенках сидит твое нытье. Достали твои приколы. Вот где главный прикол. План ему подавай. Вот тебе план. Когда она грохнется оттуда... Твою мать. Хватай. Держи. Чёрт! Нет! Отлично. А теперь свяжем ее. Ты плохая, плохая девочка. Уоррен! Проклятие! Уоррен! Уоррен! Дейс! 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 Выйди из воды! Пиявки! Боже, на мне что-нибудь есть? Ничего. Ничего нет. Уоррен. Нет. 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 Это полное дерьмо. Что? Это, господи. Мы будем уже называть вещи своими именами. Надо выяснить, что с ней. Да мне плевать, что с ней. Меня волнует, что нам сейчас делать. Как ей помочь, мы не знаем. Помочь ей? Очнись и понюхай, как пахнут потроха. О, господи. Эй, ты! Уходи отсюда! Давай, убирайся! Пошла! Пошла отсюда!
Ее нужно убить. Я сделаю вид, что не слышала этого. Не уподобляйся страусу, Чет. Я больше не куплюсь на твои бредни про выживание. Она загрызла Уоррена. Она больна. Она его жрет. Ей нужна помощь. Она жрет его. Хватит. А ну, пошла отсюда! Ей нужно помочь. Это тебе нужно помочь. А ее нужно прикончить. Он прав. Она нас всех убьет. У нас нет выбора. Вы совсем спятили. Я не хочу умирать. А Мел хочет? Либо мы, либо она. Ты согласна с этим? Да. Это неправильно. Чет, это больше не Мел. Я не отступлюсь от нее. Как мы это сделаем? У нас есть какое-нибудь оружие? Никакого. Ножи, бутылки, что-нибудь. Это не годится. Эта штука острая. Это ничего не даст. Ну что тогда? Нам нужен мачете. Мачете? Эй, ты! Куда ты его положил? Он в машине сзади. Как нам его достать? Возьмем факелы и сходим. Один поищет в машине, а другой покараулит. Я не хочу идти, не хочу. Крис, ты нам нужна. На меня не рассчитывай. Пошли, Саймон, нам нужно задействовать всех. Что? Что? Ты назвал меня Саймоном. Чет, ну какая разница? Черт с ним, трех достаточно. Все нормально. Ты в порядке? Да-да, возьмем вот это. Так. Туда нужно добраться как можно скорее. Крис, ты возьмешь мачете. Аня, не забудь про пудинг. Дэйс? Я ненавижу Рождество. Его все ненавидят. Но мама прямо вся наизнанку выворачивается. Они добрались до него, эти пиявки. Это не пиявки. Это вода. Что будем делать? Уберите его. Успокойся. Я серьезно. Зачем красить дом в оранжевый цвет? Господи, что мы будем делать? Придется его убить. Да. Нам придется его убить. Хорошенькое дело. Ты видела, какая Мел сильная, с ним нам подавно не справиться. Мы должны, Энн. В чем проблема, Аня? Ты же была за то, чтобы убить Мел. Он был обеими руками за, черт подери. Мы должны это сделать. И побыстрее, пока он не очнулся. Кто это сделает? Будем тянуть соломинку. Я серьезно, соломинку.
Кто первый? Черт. Вот. Возьми нож. Черт. Давай, быстрее. Бери. Пакет вон там. Бери его и встречай меня в кафе. Лучше быть веселым, чем навеселе. Ну же, Аня, возьми нож. Возьми. Тихо. Все хорошо, Дэйс. Тебе нужно поспать. Да. Рад тебя видеть, сестренка. Рад тебя видеть. Давай! Смели, Аня. Кончай с ним цацкаться. Давай! Быстрее! Заткнись! Ну же! Давай! Заткнись! Прирежь его! Проклятие! Ну что же ты, Аня? Я не могу. Возьми нож. Прикончи его. Я не могу. Ты должна. Быстрее, у нас мало времени. Иди к черту. Еще раз. Быстрее! Сам это и делай. У тебя короткая соломинка. Да пошел ты со своими соломинками. Что это было? Это было не Мел. Ну а что тогда? Черт! Она вернулась. Чет, разделайся с Дэйсом. Что? Возьми нож и прикончи его. Ты вытащила соломинку. Давай, быстро. Ну же. Черт. Хлюпик. Мы умрем. Нет, еще есть время. Нам нужно достать мачете. А что потом? Мы убьем их обоих, пока Дэйс не оклемался. И хватит распускать нюни. Это существо уже не Мел. Мы убьем его. Я возьму факел, нужно проследить, куда они пойдут. Кто идет к машине? Я пойду. Сейчас.
Кажется, это Дейс. Где Мел? Мел, я знаю, ты здесь. Отлично. Отвлеки ее, а я попробую разделаться с Дейсом. Я знаю, что ты здесь, малыш. Ты все для меня. Я тебя не брошу. Но ты должна бороться с этим, милая. Я знаю, ты сможешь. Ты очень сильная. Я таких еще не встречал, но ты должна сопротивляться. Найти выход из темноты, детка. Я знаю, тебе это по плечу. Вот, крошка, вот. Это Пуки. Он скучает по тебе. Он скучает по тебе. Я положу факел. Я кладу его, малыш. Между нами больше ничего нет. Только ты, я и Пуки. Нет. Только мы одни. Чет. Черт! Черт! Где же он? Черт! Где этот мачете? Где, черт возьми? Где этот мачете, проклятие? В чем дело, Мел? Боишься темноты? Смелее, Мел. Это всего лишь дурацкий тоннель. Это здесь? Это здесь! Ah!
Беги, Крис! Крис, беги. Отпусти ее. Пошли. Мы должны помочь ей. Слишком поздно. А что там было с игрушкой? Чего ты от меня хочешь, Аня? Чтобы ты сделал то, о чем мы договорились. Я свое дело сделал. Потерял два пальца. Ты положил факел. Я пытался достучаться до нее. Это существо не Мел. Ты не достучишься до нее, Чет. Она животное. Она боится огня. Крис. А если она боится огня, значит, должно быть что-то еще. Они его боятся. Чего ты взяла? Когда я вошла в него, она за мной не сунулась. Ну и что с тобой? Мы пойдем через тоннель. По крайней мере, выиграем время. А если повезет, то вообще от них оторвемся. А как же твоя клаустрофобия? Мы попробуем подняться туда незаметно. Сейчас их двое. Там им будет куда проще зацепить одного из нас. Вот почему я не буду этим пользоваться, пока не прижмет. Давай. Thank you.
Это больше не Мел. Вперед. Быстрее. Чет, быстрее. Черт. Извини. Пошли, Чет. Это больше не она. Чет, пошли. Чет. Это не она. Быстрее, Чет. Мы почти пришли. Давай. Черт бы вас побрал. Сдохли.
Крис. Крис. Там никого нет, Крис. Никого. Это я, Аня. Не бойся, все нормально. Пошли. Пошли. Идем. Идем. Давай, милая. Все хорошо, все хорошо. Я держу тебя. Не останавливайся. Все хорошо. Идем, идем. Возьми мачете. Пожалуйста. Быстрее. Обруби эти щупальца. Освободи меня. Крис, пожалуйста. Крис, пожалуйста. Вот тебе. Сдохни там. Сдохни, мразь.
Гадина. Down this way.